просто 4 вратаря. Турнир из двух матчей. Первый полуфинал наших соревнований. Встречаются «Спецсвязь» и «Газпром Энергохолдинг». «Спецсвязь» в четвертьфинале уже сегодня выступала со счетом 4-0, обыграла команду «Татнефть». «Газпром Энергохолдинг» настроен более чем серьезно, но здесь только ленивый не заметил, что это не то, что длиннющая скамейка, это целый полк «Газпром Энергохолдинга». 4 вратаря сегодня у «Газпрома» готовы сыграть. При том, что максимум сыграет «Газпром Энергохолдинг» 2 матча, то есть, полуфинал, там либо финал, либо матч за третье место, так что после каждого тайма вратари могут у «Газпром Энергохолдинг» меняться. Лотков здорово развернулся, пробил во вратаря. Микрофон, что будет матч за третье место. Потом, когда отыграют. Потом. А? Потом, когда играют. Где-то в конце. Кирилл, ты же попросил. Спецсвязь дорожит мячом. Сидин. Прошел. Пробил. Ближний угол метил. Нужно повторить угловой. Сидин переложил мяч с одной ноги на другую, бьет. И Холодков не торопится. Да. Ну, Андрюхи, спроси. Говорят, официальный матч, мяч чемпионата Испания. А? Да. Да ладно, что, охрененный мяч. Не знаю. Такая вряд ли. Пакистанская. Пакистанская. Но это они все из Пакистана. Да. 3,5 минуты уже сыграны. Блин, ну я сейчас каждое сообщение, которое будет приходить в каждый чатик, будет глушить. Да ты убери уже там видео. Тогда я могу пропустить, что там Кирилл пишет. Я думаю, не страшно, потому что приглушается молча. Фролов. Спецсвязи не просто начать атаку. Достаточно высоко прессингует «Газпром Энергохолдинг». Заброс на Холодкова, но здесь первый на мяче вратарь. Спасибо.
Сидин. Удар от двух штанг. Мяч залетает в сетку. Невероятная точность. И 1-0. Счет становится в пользу ГЭХ. Идем в спецсвязь. Отличный подкат, очень чистая. Такой Самсон, который постриг волосы и потерялся. А у Гуфа наоборот, видишь, все постриглись и теперь дальше. Очень много контроля мяча, много классных передач, но маловато пока ударов и опасных моментов. Игру при всем желании нельзя назвать открытой. Пойти нет, Холодков отлично играет не только в нападении, но и в отборе. Кого нужно лучше? Никто не держал сейчас, но сам он ошибается, не достигает мяча. Рахимянов в атаке сейчас был. Удар и снова выше. Кульбаки начинают атаку команды. Лучше. Хвалическая сборная. Снова спецсвязь упирается в защитные порядки Газпром Энергохолдинга и не видно какой-то дебютной идеи. Удар по ногам. Нарушение правил. Кстати, первый фол в матче. Вроде бы столько контактной борьбы, нарушений еще не было. В каждом кубке сборной.
Просто сборная. Лавой. Свисток на перерыв при счете 1-0. Прям прикольно. Вот куда бабушка весь уходит, да? Это на рекламные кампании. Лебедев еще не будет хуярил, блядь. Очень интенсивное начало второго тайма. Спецвес пытается поднять голову, отыграть отставание от Газпром Энергохолдинга. Сразу идет в атаку и зарабатывает угловой. Холодков бьет мимо. Галактионов появился на поле у Газпром Энергохолдинга. Конечно, не зря же столько народу приезжало у ГЭХ. Надо всем поиграть. Погорелов теперь в атаку пошел. Ворота пустые. Никто не решил сразу пробить. Как мне писать? 21 января стартуют кубки. Стартуют кубки. Фиксируется здесь нарушение. Игра рукой. Так, квалифицированные действия. Второй фол у спецсвязи. Смотрим штрафной. Опасное добивание, удачное. 2-0 в пользу Газпром Энергохолдинга. Тайм-аут берет спецсвязь. Убил Новоселов, отдал Сидин. Че это медовый? Связи. Зеленый. Конца матча, и пятый полевой игрок уже появился у спецсвязи. Ну, решили, что уже пришло время. Здесь фол Газпром Энергохолдинга досталось по ногам игроку с зеленой манишкой.
Удар с острого угла, ворота пустые, фол, еще один на спецсвязи. Третье нарушение. Возвращается Погорелов на ворота спецсвязи. Сидин здорово приложился. Комбинация и еще один гол «Газпром Энергохолдинга». 3-0 за 5 минут до финального свистка. Это более чем серьезная заявка. Новоселов, конечно, очень сегодня заряжен на гол. Но определенные шансы, конечно, еще остаются у спецсвязи. Для начала хотя бы счет размочить нужно. Гладков не попал по мячу. Пустые это видят игроки и сразу пытаются удар нанести. Угловой удар. Здесь не было нарушения, нужно продолжать. Немного не точно. Полтора пролетает мяч туда. И сразу накрывает? Нет, если мяч полетит какое-то время, то отмечаю. Ну, здесь уже фиксируется нарушение. Штрафное – это шанс для спецсвязи. Если забить сейчас на два гола, останется 2,5 минуты. Последняя минута чистая была бы рядом со штангой. Мяч проскочил. Но четвертый гол бы уже точно не оставил шансов спецсвязи. Следующий шанс ходить, это... Вот там чувак синим, да, стоит. Ну и чуваки в желтом, да. И забивает все-таки спецсвязь 1-3 за 2 минуты до конца. Последняя минута будет чистой. Так что у спецсвязи шансы становятся еще лучше. Тайм-аут берет Газпром Энергохолдинг. Капец, ты неудобно, конечно, сделал тут для спецсвязи. Почему? Писать, ну, слева. А, там одну я только оставил. Такую коротенькую. Слушайте, у нас перерыв там не предусмотрен никакой. Я тогда
на Газпром РТРС пойду поем. Я думаю, что это охуенно. Я бы на следующее, потому что в 2 надо сходить поесть. В 2? Почему в 2? Не знаю, просто я себе так определил. До 8 вечера. Вот здесь вот. Позавтракать даже не успел. Матч продолжается. Минуту 40 еще будет идти. Кто знает, может быть, еще и серию пенальти увидим. Высокий прессинг от ГЭХ. Отличная широкая контратака. Удар. Защитник страхует здесь. Еще один перехват. Там было нарушение. У Фалам счет равный. 3-3. Юра, они у нас против кого играют? Нет, это Лерман. Удар защитник стелится. 49 секунд чистого игрового времени. Продолжится атака, еще одна волна. Во втором 6-5. Хладков пытается найти возможность для удара, показывает, что и здесь его держали, но, наверное, не настолько сильно. Сильный удар, но немного неточный. Вратарь потащил. 6 секунд до конца. Короткую. На следующий сезон. Все. Финальный свисток. 3-1. 3-1.